развалины крепости Каламита в Инкермане. Поснимали мы немножко здесь на квадрокоптер. Ну и вот хочу вам показать вот эта вот гора земли. Здесь начали свежие раскопки. Вот, вот они. Вот везде вот такие вот отверстия. Это, я так понимаю, здесь какие-то были деревянные конструкции, видимо, стояли. Какие-то стены, навесы или столбы, бог его знает, не знаю. Это был какой-то дом. Вероятно. Походим, посмотрим, что тут было у нас. Ну вот, все, вот здесь вот дальше не копали, но явно за стеной, вот за этой, вот здесь дальше под землей, собственно, дальше эти строения продолжаются. Так, пройдем туда. Здесь какая-то большая такая толстая стена. Здесь опять же вот эти отверстия. Ага, вот кости. Чьи-то кости, ступеньки. Ну, это вот позвонок большой. Вот это явно что-то собачье. А вот этот позвонок, он такой великоват. Не знаю, может быть даже человеческий. Вот такие вот раскопки. Ага, вот смотрите, какой черепок тут лежит. Глиняный. От кувшина, видимо. Раскопки свежие. Начали копать, видимо, недавно. Ну вот еще вот от этих вот раскопок свеженьких. Здесь была крепостная стена, башни крепостные. Вот это одна. Они перестраивались. Там еще одна башня. Там дальше есть еще башни разрушенные. Это вот остатки стены. А, вот здесь еще колодец. Осадный колодец. Вот здесь был осадный колодец. Сейчас он, конечно, засыпан. Метров, наверное, 5-6-7 глубина максимум. Когда-то он был гораздо глубже. Вот это вот такие колеи, выбитые многочисленными повозками, которые в течение сотен лет здесь ездили. Ну вот даже в таком состоянии он производит грандиозное впечатление. Можете представить? Он был еще раза в два выше. Вот такая кладка сохранилась с тех времен. Ну, кладка такая вот интересная. Здесь у нас висит вот такая табличка. Она висит уже очень давно. Украинская ССР, памятник археологии. Охраняется государством. Повреждение карается законом. Такая вот крепость. Крепость Каламита. На монастырской скале в Инкермане.